Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2024 годом спорта. В стране пройдут различные спортивные мероприятия. Например, в Москве и Екатеринбурге проведут международные соревнования «Всемирные игры дружбы». В Казани состоится крутой турнир «Игры будущего». Здесь будут соревноваться и киберспортсмены, и представители классических видов спорта. В Татарстане пройдут «Игры БРИКС» между атлетами из 50 стран. А в Москве, возможно, вернут традицию торжественных спортивных парадов на Красной площади. В общем, в текущий год наставника и педагога, прости за тавтологию, наставляем. Спорт — это очень полезно. Но и про тренировки мозга не забывай.